Штрафной. И сразу зааплодировали на трибунах аргентинцы. Подача. И 1-0 сразу же. В первой же атаке сборная Аргентины открывает счет. В свои ворота, что ли, залетела. Нам показывают разочарованного Сенада Лулича. Вот так начинается этот турнир для сборной Боснии. Но главное, как он начинается сейчас, главное для сборной Аргентины. Это Калашинов только что промелькнул. Да, от его ноги. Подача высокая со штрафного. Вот такие вот дела. Маркос Рохо. Он боролся. Именно он отправил мяч Калашинусу. Маркоса Рохо помнят болельщики московского «Спартака». И ликует. Калашинус, он не только вырос, но и родился на самом деле в Германии, в Карлсруе. И играл за юношеский сборный Германии. Провел в самых разнообразных клубах какое-то время, но сейчас в Шальке. Универсален, может играть и опорника, и на фланге, и в центре обороны.